И перед тем, как мы начнем, я обработаю ниточку воском. Вот так. Сперва мы набираем 8 наших супердуо. И потом заполняем промежуточки тем цветом, которым мы хотим. Сделаем первый цветок. Наберем 8 супердуо и соединим их в кольцо. Завяжем узелок. Пройдем в следующую. И выведем нитку наверх. Заполним наши промежутки. Для этого я выбрала вот такой голубой цвет. Сейчас мы набираем последнюю бисеринку. Проходим в супердуо и в первую бисерину. Сейчас набираем второй цветок. Наберем одну. И вернемся в ее пустую дырочку. Вот так. И наберем еще 7 супердуо. И замыкаем еще один цветочек. Делаем еще один цветок. Замыкая колечко. Вот так. Хорошенечко подтягиваем нить. Обязательно заполняем и вот этот промежуточек между лепестками. Там, где у нас лепесточки соединяют два цветка. Сейчас мы будем делать третий цветок. Для того, чтобы поставить его на то место, где нам хочется, надо просто по кругу до нужной точки провести еще раз иголкой и вывести ее в том месте, где нам захочется. То есть, где мы запланировали делать третий цветок. То есть, вот здесь. И продолжаем вот так по кругу. Так, смотрим. Приблизительно вот здесь. Набираем одну супердуо. Возвращаемся в нее же в пустую дырочку. Набираем еще 7 и формируем наш третий цветок. И точно так же выполняем нужное нам количество цветов. Теперь четвертый. Вторая сережка готова, цветочек последний готов.
нам нужно иголку вывести на то место, где мы хотим делать петельку. И это примерно вот здесь посередине. Вывели в супердуо и набираем теперь петельку. Набрали 11 бисеринок 15 размера, 15 номер. И проходим еще раз в супердуо. Замыкаем колечко. Для того, чтобы колечко у нас было больше крепким, мы проходим еще раз. И завязываем узелок и прячем нашу ниточку. Обрезаем лишнюю нить, оденем швензу. Готово. Вот такие висюльки у нас получились.